Ну ты что делаешь-то? Под мостом? Господи. Я же его подцепил. Что ты делаешь? Это можно не под мостом делать. Вот одной вертушки нет, тревога! Придурок, ну почему надо именно под мостом было делать? Залез, блин. Ты со мной? Да. Пойдем угробимся, да без проблем. Всем привет, друзья! Я сегодня сделал новую прическу, и я просто ставил пальцы в розетку, поэтому у меня теперь такая прическа. Круто! Остается только сказать «Я». Да, а тут я типа конь. Типа конь. Ну, всем привет, с вами Леон Глюк, и мы тут решили малость подебоширить. Мы наконец-то в официальном онлайне, 100 лет, блин, уже как должны были вы это сделать, но мы до сих пор все это не делали. Вот, но мы наконец-то здесь, и сейчас я буду Леона катать, он первый раз тут со мной, он еще не знает, что его ждет, представляете? А ждет его много чего. Ну, например, столбы. Я только хотел сказать, я счастлив, но я уже несчастлив. Да ладно, у тебя же крепкая башка. Ну да, так у тебя крепче. Ну я ж конь, мне положено. Так, да где сраные трамплины-то? Ты педальный конь, блин. Ну нет, я обычный конь в халате, после бани. Вот тебе, понял. Слышь, там сидит, факи мне показывает, ах ты говнюк, я на дорогу не буду смотреть из-за этого, вот тебе. Дурак! Псих, что ты делаешь? Я сбиваю все! Я тут только появился непрокачанный у этого уже офиса, блин. Да. Сейчас босс придет к себе в офис. Заходи тоже ко мне. Войти с членами организации, во, отлично. Все заходим. Самый большой, самый крутой офис на свете. У блюющего же порога нет преград с финансами. И вообще мы самые крутые. Видишь, это мой секретарь. Это что, Дудик что ли? Нет, это просто какой-то говнюк, который делает все за меня. Приносит мне кофе, вызывает транспорт. А тут гигантское лого моей компании. Блюющий же порог. Да. Капец. Он тебя в пасьянс играет. Как он-то у тебя работает? А, и шахты. Да норм, я ему разрешил. Я сам с ним перекидываюсь иногда. Ну ты что делаешь-то? Под мостом? Господи. Я же его подцепил. Что ты делаешь? Это можно не под мостом делать. Вот одной вертушки нет, тревога! Придурок, ну почему надо именно под мостом было делать? Залез, блин. Ты со мной? Да. Пойдем угробимся, да без проблем. Случайно получилось. Да блин, коня сбили, тревога. Коня сбили, меня сбили, а не коня. За что? Да стой, козел. Ты именно козлы, блин. Да блин, лупи. Вот, все, да? Садись. Отлично. Это было стекло моей машины новой! Что ты делаешь? Куда ты? Ты меня сбила! Коза! Я еще и раздавили! На! Че за говёная машина вообще? Вот прям отстой полный. Сейчас найдем нормальную машину, Вася. Моя спальня! Уйди! Тут я сплю. Нет, теперь я буду спать, ты где-нибудь там... А вот тут вот иди сюда. В прихожей, на коврике. Вот зайди в душ. Да, можно? Вот, заходи, да. И жми, принять душ. И куда жать-то? Там Е или что-то должно загораться. Не, нету? Нет. Блин. А ты можешь принять душ? Ну, вроде мог. А, может быть, это из-за того, что я здесь. Вот давай вот так вот попробуй. Ага. Мне даже опыт за это дали. Вот, и теперь... Ты заперся в моей ванной! Что ты делаешь там в моей ванной один, а? Я титьки трогаю. Трогает себя за титьки в моей душевой кабине. Леон. Ну, короче, ты там можешь зажать N. Ты там чё? И ещё петь. Возбуждаешься, что ли? Я тебе говорю, там можно петь, и за это ты получишь опыт. Ну там нужно зажать буковку N на клавиатуре. Oh, me, oh, yeah.
И имею в виду, что все в сессии тебя слышат. Буковка Н точно? Да, там видишь внизу полоса, она заполняется. Вот когда до конца заполнишь, короче, ее своим пением, тогда типа получишь опыт. Ехал Ваня под забор в алюминиевых трусах. Это Ваня, это Ваня, настоящий пилик. Колок гармошка, играл аккордеон, а маленький Антошка натягивал. Галка, северная птица, она морозов не боится, она может на лету почесать свою. Пиратики, пиратики, морские акробатики. Днем дерутся, а вечером Я просто похлопаю. Ты гребаный наркованище, ну ты прям суперстар, я тебе скажу, прям предпринято. Это супер диджей, это супер эмзи, диско суперстар. Наркоман! Слушай, я ржу, а полоска-то все равно пополняется. Да, да, вот, вот зарабатывай себе опыт давай. Вот это мне нравится, Квася! Ты еще дальше не видел, что тебя ждет. Давай, 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 давай! Да гребаный йод, как? Как это получилось? Блин, я третий. Я вас догоню. Наверное. Но это не точно. Так. Сбогойно, сбогойно. Дратути! Это охренел, блин! Дратути ли он, дратути? Я так хорошо шел. Пока меня не встретил. У тебя вообще все в жизни хорошо, ну, как бы складывалось, пока ты меня не встретил. Да вообще, блин. Это тракование, дружище. Леон, сеньор де Батон, я за тобой смотрю. Я наблюдаю за тобой. Да блин, как мне только сказать? Блин, ну вот нахрен, он так сказал, я за тобой смотрю, меня как начало сразу крутить, вертеть. Давай, давай, вперед скорее, у тебя 20 секунд, за 20 секунд ты должен закончить гонку, иначе ты продуешь, ты будешь лошарой. Давай, вперед, вперед, а? Там слева-справа ускоряющие говнёвины такие. Ты туда не проехал, ты замедлил свое движение. Молодец! Ты третьим финишировал, ты получишь бабки. Леон жрет батон. А ты запарился своим батоном, иди пей кофе свое. Да нету кофе, в том-то и дело. Выпил я уже все. Ну иди жри батон мой. Знаешь что, оставь свой батон при себе, извращуга несчастный. Да гребаный йота, как мне проехать-то? Вот. Слышь что? Слышь, стой! Стой, жопа! Ты что вытворяешь? Что это было за дерьмо? Что такое? Кирпичики посыпались. Да это ты на меня посыпался. Как гигантский кирпич, блин. Я на кирпичке еду. Знаешь, ладно, ты в меня врезался, но зачем при этом вращаться, я вообще не понял. Я что-то как-то необычненько было. Вон кто-то ездит как быстро. Ты глянь, кто так едет. Давай, а? Догоняй его, лупи его. Да, блин! Как? Слушай, знаешь, самое интересное, что это сверху снимаю. О! Я еще ни разу не видел, чтобы такое случалось. Да кто там такой в машине сидит вообще? Садись, что ты? Да блин, да что это за... Что это за дерьмо было сейчас? Ты вылез из машины, потом раз такой, как заползет мне под тачку, потом еще раз заползет ко мне под тачку. Ах, вот это как называется, сам наехал на меня, он сам залез под тачку. Ну правда. Да как, блин, поднял твою тачку, залез под нее? Ты почти, ты заполз под нее, ты не залез, ты заполз. Ну давай, я с тобой тоже так. Блин! Я тебя, короче, тут жду. У меня музыка играет во всем. Ха-ха-ха!
Не получается. И кто это сделал вообще? Я по двери проехался. Еха! Поехали! Куда? What the fuck? Не драматизируй, садись. Не, мой мотоцикл. Я не могу без мотоцикла. Да что ж ты делаешь-то? Ирод. Уйди. Да садись уже ко мне. Да мой мотоцикл. Ладно, ладно, все, уговорил, сажусь к тебе. С краном здание, да. Над ним пролетай так, чтоб... Или над этим, блин, ты жди, что ты делаешь-то? Антенна! Все, сейчас, все будет. Повыше бери, чтобы парашют успел раскрыться над зданием. Да ё-моё, ну как ты так летаешь? Мы на этом будем с вами прощаться. С вами был Глюк и Илеон. Ставьте лайк под этим видео и подписывайтесь на канал Леона, на мой канал. Вот. И еще не забывайте, что рандомный коммент попадает в концовку каждого видео и может попасть и ваш. Так что пишите коммент. Ну все, всем бобра.